Ну, в общем, чтоб не скучно было, мы сейчас поиграем в ProLife. О, это да. Как интересно. Да. Посмотри, что мы тут нашли. Ну-ка, иди ну-ка. Сюда, глянь. Ну нифига себе! Однако абортивные остатки. Да. Кто-то сюда дотащил в нашу глушь-то, в наши нищие болота. Абортивные остатки. Аборт – это убийство. Вот тоже ребеночек на раннем сроке абортирован. Вот тут отдельно ножки. А, это, наверное, этим вакуумным способом, да, его доставали. Вот туловище с головой. Почти целиком. Да. Так это вакуум. Еще одна ножка, да. Этот вообще целый. Как его вытащили? А, это этот весь обожженный, да, наверное, искусственный выкидыш. Это наверное, солевой, да, способ. Это солевой, а способ. Это таблетка для искусственного выкидыша. Да. Так что вот такое кладбище абортивных отходов мы обнаружили. Поставить крест. Так, ну сейчас поставим крест. Из чего крест-то сделать? Ага, это вопрос интересный. Мы сделали крест из подручных материалов и поставили его на месте захоронения абортивных остатков. Ну, справедливости ради, для тех, кто не понял, мы скажем, что это вообще-то пластмассовые куклы. Но у нас есть фантазия.